从美丽的猫咪到可爱的小狗，这些都是由一个个小小瓶盖组成的拼贴艺术。В интернете моя там у племянника в интернете что выгляжу так вот и складываю вот найду пропор сколи вот складываю а потом пошло и пошло。住在俄罗斯小村庄的克尼西娜，2013年开始迷上瓶盖艺术，铁锤敲敲打打，七彩瓶盖装上钉子，再钉到木板上，形成美丽图样。Раньше выкидывали на свалку, так я вообще не стесняюсь говорить, ходила на свалку, собирала эти пробки и соседи, а сейчас. 几年下来，累积超过30件作品，主题除了动物，还有童话故事与卡通人物。Это успокаивает, успокаивает нервы и все вот особенно из гороха я вот сначала из гороха начала делать, а потом как это из пробок.Как свободное время будет, уж бежит быстрее собирать надо. Бинфен 创作装饰在房屋各个角落，克尼西娜的嗜好不但为她带来满足与喜悦，更让自己的房子成为村庄里最特别的地标。大家新闻见过田编译。